Ну что, друзья, привет. Смотрите, какая красота. Пришла мне очередная посылка от производителя АВТ, дифференциал повышенного трения на 24 шлица. Производитель АВТ, как и говорю, завод находится город Тольятти. 10 сателлит установлен. Это пришел человеку. Вещь классная. 7 килограмм преднатяга. 24 шлица на передний мост. В принципе, его можно установить и в задний мост. Просто нужно полуося покупать сюда 24 шлица. Вот такая вещь. Можете заказать через меня. Цена будет такая же, как и в интернет-магазине у производителя АВТ. Но если вы заказываете у них и по моему промокоду 007, вам положат подарки. Один из подарков. Сразу вам положат шайбу преднатяга. Возможно, они вам никогда и не пригодятся. Возможно. А возможно пригодятся. Смотри, как ездить. Я уже 20 тысяч километров проехал на этих самоблоках. Сначала у меня я устанавливал задний мост на 9 килограмм преднатяга. Потом установил передний мост, такой же вот на 7 килограмм преднатяга. Работает красота. Лично, как говорится, сам катаюсь и знаю, что они выручают просто офигенно. Итак, или шайбу преднатяга вам положат, или подшипники. Выбирайте вам. Ребята, основным видом производства компании АВТ является изготовление самоблокирующих дифференциалов для автомобилей Волжского завода. Также самоблоки делают на линейку на ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, ЛАДА-4х4, ВАЗ-2121, семейство ВАЗ-2108 и ЛАДА Самара. На десятки и более новые модели ЛАДА Привора 2170. На «Ладу Калину» также можно установить. На «Ладу Гранту», «Ладу Ларгус». Вот. Ну и, конечно, у них также есть на «УАЗа». В принципе, можете все заказать. И у них также есть рабочие варианты самоблокирующие дифференциалы. Это для «Шевроле», «Рено Дастер» и «Ниссан». Вот. Так что переходите по ссылочке, заказывайте. Ну и не забывайте промокод 007. Будут вам подарки от моего канала. Смотрите, что я себе заказал. Это разборная усиленная полуось от АВТ, ребята. Подшипничек. Это на 22 шлица полуось. Разборная. Какие плюсы? То, что заменить подшипник легко. Открутил. Заменить сальник подшипника полуоси, не демонтируя вал полуоси. Менять шпильки. Удобно. Также не нужно вытаскивать всю полуось. Заменить ступицу полуоси, не демонтируя вал полуоси, да? Ну и менять или ремонтировать поврежденные детали очень легко. То есть в полевых условиях можно открутить гаечку, что-то там поменял, не вытаскивать ничего. Ну как, красота? Все, переходите по ссылочке АВТ, заказывайте. Можете также через меня заказать, и я вам помогу здесь в городе Оренбурге установить, в принципе. Промокод 007, переходите, заказывайте. Вещь классная на самом деле. Дальнейшее видео будет, как это все будем устанавливать, менять. Все, будьте здоровы, не болейте.